Сегодня депутаты не только обсуждали и принимали законы, у законодателей была возможность познакомиться с творчеством детей и сделать доброе дело. В парламенте прошла пасхальная ярмарка, на которой свои работы представили дети с особенностями здоровья. Парламентарии смогли приобрести декоративные подделки в пасхальной тематике и свечи по очень символическим ценам. Сегодня дети впервые побывали в парламенте. Сюда они принесли результаты своего творчества, над которым работали несколько месяцев. Я написал несколько картин. Готовим подделки к пасхальным праздникам. Приближается христианский праздник. Я сделал картину. Как она выглядит? Можешь рассказать о ней немного? Она из разноцветных алмазов и камней. Многие законодатели смогли выбрать на ярмарке что-то интересное и необычное для украшения своих домов. А некоторые оценили работы детей гораздо выше той цены, которую просили юные мастера. Эти дети заслуживают хотя бы немного радости. Вот в чем заключается мое мнение. Наш долг быть рядом с этими детьми, которым гораздо грустнее, чем нам. Я купил две желтые свечи. Красных было только три, а вот желтых 63, прямо как парламентское большинство. Я за эти свечи заплатил двойную цену. Среди покупателей ярмарки мы встретили и тех, кто регулярно приобретает товары ручной работы на таких ярмарках. Некоторые рассказали, что собрали дома уже целую коллекцию таких предметов творчества. Я купила уже где-то 6 таких картин, потому что они меня каждый раз очень впечатляют. Творческие мастер-классы – отличный способ для отдыха и развития различных навыков для детей с особенностями здоровья. Они обучаются в теоретическом лицее Петре Штефенука в Еловенах. Все необходимое для занятий школа смогла приобрести после того, как выиграла проект. Это арт-терапия, с помощью которой ребенок учится создавать что-то аккуратно, даже с нежностью. Мы учимся любить и развлекаться. Во время наших занятий фоном всегда играет музыка, которая успокаивает. Учитывая то, что говорят педагоги, нам стоит подумать о том, что мы можем предложить этим детям в образовательном смысле. Нужно дать им возможность получить некоторые профессиональные навыки. Всего сегодня в парламенте было выставлено 35 картин и 125 пасхальных свечей. Деньги, вырученные от их продажи, пойдут на развитие профессиональных мастерских.